Всем привет! Это новый видос про нашу голубушку с новым мотором. Это с нее крышечка. Как Денис сказал, CF. Вот сам Денис. И вот мы открыли, чтобы вам показать. Но мы тут ничего нового не увидим. А вам покажем. Вот смотрите. Вот так натянута цепь новая. Видите, как струна. Как струна. А так болтик нетронутый выглядит. Вот так нетронутый опломбированный болтик. Застопоренный. Я этот стопорок видел на этом. На чем же я видел? У дедушки в движке. Сейчас будем регулировать сцепление, чтобы одинаково все отжималось. Может, за 25 лет тут что-то поприлипло. Сейчас даже, может быть, раскрутим, посмотрим. Короче. Сейчас положили туда шарик. Вон он виден. Ну, мне виден. А зрители не знают, что я тоже тут. Конфетку ест. 20 лет она лежала, вражья конфетка. В общем, шарика не было. Сейчас шарик мы положили, хотя его можно было с той стороны. Нет, он был, его кто-то потерял просто. Ну да. И затянуты были. Гайки на пружинах. Да, гайки сильно затянуты. Таталово. Почти. Не осиливал рычаг наш, вот тот китайский, выжмать сцепление. А выжимал слабо-слабо. В общем, сейчас будет все в огне. Ну вот, нашел подходящий трос. Только он немножко заколхожен. Отремонтирован, так сказать, по фэншую. Вот замерил расстояние от рубашки до этой самодельной бабушки. 8 сантиметров. Нашел другой трос. Он не сгодится ни рубашка, ни сам. А вот бабышечка и вот этот вот бочонок. Сейчас мы распаяем. Здесь обрубим, укоротим, насколько уйдет рубашку. Все восстановим и припаяем вот эту бабышечку. Так сказать, вот с этим неправильно. Видите, уже тут одна жилка отломана. То есть это неправильно. Это вот здесь работает. Она и выскочить может в любой момент. Вот такая бабушечка будет работать правильно. Многие скажут, легче пойти купить на рынок за 100 рублей трос. Может быть легче. Но в окно смотрю, рынка рядом нету. Рядом паяльник и паяльные принадлежности, включающие в себя. Паяльник газовый. Канифолис и припой. Жалко, у меня кислоты нету, ни ортофосфорной, ни азотной, никакой прочей. Но и получится, я думаю, что так припаять. Вот такие планы. Даже кофе некогда допить свое. Вот, короче, ту гайку, что была здесь заплющена, отрубил, улетела она куда-то там. Куда-то туда, показать не могу. Потом по размеру вытащил туда тросик, приложил тут 8 сантиметров, чтобы у меня получилось между краем бабышки и краем рубашки, то есть разбег. Сделал 8,5 на 5 миллиметров длиннее, то есть я выберу там регулировкой нажимке, если что. То есть больше, не меньше. Но слишком много тоже, из-за этого ж мы меняем, что уже регулировки. В общем, вот так вот все это собрал. Вот здесь бабушка даже с одной стороны вот с таким потаем, чтобы это вот залазило. Вернее, это не бабушка, а как-то она там называется, бабушка вот эта. В общем, расковырял в разные стороны. Сейчас канифольчика прогреем хорошо и припоем, все зальем. Я уже так делал, так все будет хорошо держаться. Как на заводе. Ну, вот считаю, что приварилось тут, намертво припаялось. Через него аж протекало. Вот так вот. Поживем, увидим. То есть трос восстановили с двух сторон. Теперь все по фэншую. Сейчас поставим. И все у нас будет хорошо.
Здесь, кстати, когда поставил первый раз трос, не стал смазывать, посмотрел снаружи смазка, а потом разобрал, а там внутри все сухо. То есть снаружи губы были помазаны с завода, а внутри вообще сухо. Вот так вот. Не лениться, надо разбирать узлы и самому удостовериться, чтобы было все по фэншую. Ну вот, начинаю помаленьку собирать. Как видите, вместилась кювета для хранения инструмента. Все тут нормально будет. Ничего здесь не замкнет. Все закрывается. Пришлось другой трос сцепления поставить. Сейчас его буду пропускать. Дело в том, что тот трос я делал под этот мотор, под эту крышку. Он немножко не такой. У него сам тросик длиннее. В этом относительно этого троса. Все работает. Тут трос пойдет вместе с этим двигателем тоже. На сухарика. Да, Денис, что, слушаю, Володя. Я уже ваш подписчик с вашего канала. Да ни хрена. А можешь отписаться или мне дизлайков наставить? Мне похрену. Ну как похрену? Надо, чтобы видео интересное было. Подписчики, чтобы смотрели, радовались. А, ну ты как от своего лица говоришь, да. Денис, поставил бак, закрепил хомутиками спереди, сзади болтами. Шланжик обрезал, покороче сделал, топливный. Потому что карбюратор у нас теперь не Микуни, а правильный. Правильный. Поставил декомпрессор сверху, как положено. Ну, как положено, как директор говорил. Теперь нажимаем декомпрессор и декомпрессировать можно. Вот. Ну, а ты, когда видос будешь выкладывать, подписчикам от моего имени привет передай. А ты еще не зазвездился? Да вроде как и нет, чуть-чуть, слегка. Ты настолько был важен в тот момент концерта, что забыл свой концертный баян у меня. Может, ты научишься, сам будешь концерты давать без меня? Без тебя вряд ли. Меня и слушать никто не будет. Я страшный. Ну и не могу себе отказать в удовольствии завести его. Подкачиваю. Что-то воет прямо. Ну, на этой ноте всем спасибо, всем пока. До новых встреч.